предлагаем в доходную часть бюджета внести следующие изменения. Произвести увеличение безвозмездных поступлений в размере 20 миллионов 609 тысяч рублей. Из них на обеспечение деятельности в части повышения заработной платы системы образования 12,8 миллиона и 7,217 миллионов рублей. А также дополнительные средства у нас поступили в размере 550 тысяч рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер соцподдержки в сфере дошкольного и общего образования для семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции. Данное мероприятие оно обусловлено указом губернатора Красноярского края. От 25 октября данный указ был выпущен за номером 317 УД. На сегодняшний день таких детей у нас 30 детей дошкольного возраста, родители которых освобождены от платы за присмотр и уход, и 19 детей школьного возраста, которые получают у нас бесплатное питание.